Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка Елены Деригетти. Мы находимся с вами в небольшом городке Сен-Мер-Эглис. Вроде так называется. Давайте вот сделаем вот такой вот коротенький обзор. Вот посмотрите, есть здесь вот такой солдат. Мотоциклы ездят. Здесь было тоже такое местечко, которое, где высадились американские, английские и канадские солдаты. Поэтому Марка нас возит по местам, по всяким разным военным действиям. А вот какой-то есть Александр Ренаут. Не знаю я, кто это. Не тот ли самый, который сделал Рено. Родился позапрошлом веке. Какой-то вот что-то там либерацион. Освобождение какое-то было. Наверное, в военных действиях он участвовал. А вот это герб. Может быть, герб его, а может быть, герб города. Брехать не буду, но, в общем, герб. Ой, блинами пахнет. Кто-то где-то что-то жарит. Пахнет блинами. Вот здесь мы оставили машину на стоянке и пойдемте к церкви. Так, мы видели документальный фильм, где высадились вот такой десант с парашютами. А я думаю, че там тряпочка какая-то висит. А это не тряпочка, это парашютист. Так, про между прочим. Так. Короче, читали, не знаем, что это такое, потому что на французском он не понял. 1481 метр. Непонятно куда. А внизу на английском написано, на английском или нет, на французском тоже. Все дороги ведут в Рим. Вот такая здесь крестик. Так будем говорить, стелла из старых камней. Сложены они шестиугольничком и с подсветочкой. Здесь вот такая вот щебеночка мелко-мелко, как песочек красный. Туристов здесь достаточно много, разноговорящих, потому что здесь через пролив уже Англия. Еще раз парашютиста. Вот там что-то такое интересное. Вот здесь солдатов понаставили и туристов призывают. Приходите, оставляйте здесь денежки. Пойдемте внутрь, зайдем, глянем. Здесь вот такой вот треугольничек сверху. Интересно. Дверь деревянная. Небольшие детали. Люди без головы. Как всегда.
дядечка с ножом. По ходу дела. Какие-то пытки. А здесь плохо уже видно. Короче, мотивы все те же. Церковь очень старая. Это не круглая форма. По телефону говорить нельзя, курить нельзя. В кепках от солнышка нельзя, по какой причине непонятно. В трусах плавных нельзя. И с собачками тоже. Давайте по центру. Росписи здесь никакой. Вот висят на стенах интересные сюжеты библейские, душераздирательные. Вот балкончик из дерева вырезанный. Раньше умели делать такие вещи. Стол с мощами. Обратите внимание на орган. Ангел с крыльями, с мечом. Военный какой-то. Опять пирамидка с лучами, Мадонна с ребенком. Стены не расписные, все простенько. Так, давайте на пол обратим внимание. Камни очень старые. Изношенные, можно так сказать, потертые. Какой-то проект, проект. Ну вот на английском написано. Это на французском. Ну вот на такой вот ноте я с вами прощаюсь.
Желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. Мы пойдем дальше, посмотрим, что здесь можно еще посмотреть. Кому понравилось, подписывайтесь на наш канал. С вами была Елена Дерегенти.